Обнаженный молодой человек резво бегал по Народной улице. Сегодня днем. По одной из версий, он удрал от медиков скорой, которые его изловили в другой части улицы. По другой версии, совершал самостоятельную пробежку после употребления запрещенных веществ. В любом случае, финиш у него был в карете врачей. Их вызвали очевидцы, напуганные поведением человека в костюме Адама, прикрывающего срамные части тела на бегу.